Да. Это мы, поэтому... Здравствуйте. Шалом. Дочка, ты пьешь? Нет. Пап, я тебе коньяк. Шана това лекулям, Абрам. Ну, начинаем. Матхилим. А це Олга. А не рішана. Раца леагіт. Ну, а не мати лекулям, то зараба. עכשיו אני רוצה להגיד משהו, שאני פגשתי את ארתור בזמן שאני הייתי ארוסה לגמרי. פגשתי אותו בתיאטרון, הוא ישב על ידי ולא הסתכל על הבמה. ובסוף יצאנו ביחד, ואחרי 3 שבועות אנחנו פגשנו. זה, אני חושבת שזה גורל. שאני ארתור הפסיקה לתיאטרי, за 3-4 недели мы начали вести. Он меня нашел в разобранном состоянии. Но он мне помог. Я хочу, чтобы вы за него выпили и пожелали ему мне здоровья, счастья. И чтобы я с ним рядом, рука об руку, до 120 вместе со своей головой и на своих ногах. И чтобы он был рядом со мной всегда. אני אמרתי שאני רוצה שחתמי המייסרים אנחנו ביחד, יד ביד, שאני בבריאות שלנו, שהוא יהיה בריא ואני מאוד אוהבת אותו. יש לי הליכיים, הליכיים. בכל הממשלה יש ראש הממשלה. בכל המשפחה יש ראש המשפחה שלה. אצלנו כלל. לבדיה וצימברג וסיגבי, יש לנו ראש המשפחה שלנו, במקום הביבי, סבטלנה. סבטלנה אצלנו היום, תמיד אומרת, אנחנו תמיד באים לסבטלנה, לשאול מה לעשות, היא ראש המשפחה שלנו, הממשלה הקטנה שלנו. סבטלנה? אני אדבר קודם ברוסית אחר כך, אני אדבר בעברית. Эн-бай. Конечно, тебе все сегодня желают много здоровья, много счастья, много-много любви. И конечно, это все правильно, это самое главное. Еще корабль. А еще я хочу пожелать много хорошего настроения, побольше радости, чтобы у тебя был блеск в глазах, и чтобы ты каждый утро просыпался с улыбкой. Спасибо. Давай, мазака. Баминшала, бамишпаха, там нет гами, есть носы. אין לו נשיא שהוא צריך לשים חתימה לכל הדברים שאמר לנו ראש הממשלה. נשיא שלנו בוריס, בבקשה. Я хочу сегодня сказать, что... Не слышно, ближе микрофон. Сегодня день для Артура очень ответственный. 80 лет – это очень такая хорошая дата, солидная дата. Да. Дай Бог, чтобы мы все к этому пришли. Я хочу пожелать Артуру очень здоровья, жизнерадостности, активности, чтобы было всегда хорошее настроение. Давайте будем. Лихаем! Лихаем! Гулям лихаем! Бакуля Мишала, ешь старым. Если ногам ешь сар, Сара Таргут, Наташа. Папочка наш любимый, мы тебя все очень-очень любим. Ты знаешь, что мы все цветочки, а дома с клубочкой. Появляется кака. Анахну прану прахим, вуу, агалак прахим шилай. Без тебя мы бы не росли. Беладав, анахну лёва ему выглядим кудлёт. Азэ... чтобы никогда не заканчивалась почва на нашей клубочке, и чтобы мы всегда цвели. Шлёк тебе мэра дома. Ба, не так прохим. Шула, но уже на клубе. Лыхаем! Папа Лехас. Есть нам отца, Сара Хинух, Луки Бельфран.
Шнобель, Шнобель, Шнобель. Шнобель по математикам. А зима каща, и там... דרך הבריאות טובה, מזל טוב, עד 120, שכל יום חיות, שתרווה נחת מהנכדים, כל הנכדים שיש, ושתזכה גם לראות נימי בהמשך הדרך. מזל טוב. כל הכבוד, איתן, תודה רבה, תודה רבה. רק שזה דיפלומה. Сегодня повод есть прекрасный, и Бог торжественно будет. И пожелать большого счастья, день каждой искренней любви. Ценить все то, что в жизни было. Ценить все то, что в жизни было, и с оптимизмом дать мне детям. Пусть придают успехи силы, чтобы еще многое успеть. Диплом 80 лет вручается Лебедеву Артуру за достижение славной даты при успешном сохранении юной души и молодого задора в сердце. Настоящий диплом подтверждает, что его владелец обладает особыми качествами и достоинствами, славным характером, славным сердцем, славной душой, славными мыслями, славными шутками, славными поступками. Документ дает право на звание «Славный человек» и долгую и славную жизнь. Дата выдачи 17 сентября 2018 года. Председатель Академии, выдана Академии счастливых сообщений. Председатель Академии Кальницкий Самуил. Секретарь Академии Кальницкая Анна. Браво! היום יש יום של לתת דיפלומה ולהגיד הרבה הרבה מזל שכל יום לעבור שהוא שם על המשקל מה שהיה בחיים שלו ועם אופטימיזמה להסתכל קדימה ודיפלום כזה הוא אומר שארתור יש לו לב פתוחה, נשמה פתוחה לכולם, ראש שלו מלא עם הדברים ממש טובים והרבה הרבה שמחות ומה שהוא עושה הכל מה שצריך וזה ראש האקדמיה קלניצקי שמואל וקלניצקי חנה אשתו רבנית שלנו הם הולכים לבית הכנסת אז אני מאוד שמחה שהם חברים שלנו. ומה רציתי עוד להגיד? שזה חברים מאוד מאוד אמיתים. למה? שאנחנו באים לחברים כאלו, אף פעם לא יצאנו רעבים וקצת שיכורים. אין מה לעשות, זה בית תמיד פתוח ובית מאוד חם. תודה רבה. אני רוצה להגיד מזל טוב השני זה היה טעות ארתור בן 80 בן 8 למה? זה כלום מה זה אתם? אז הוא בן 8 אז אני רוצה להגיד מזל טוב תהיה שנה טובה תהיה חתימה טובה ותהיה שנה טובה בשביל כולם מי שכאן.
бешвиль Левадим Шалану, Нехадим Шалану, бешвиль Кулам. Мазаль Кохарту. Я сказала, что я не готовилась к такой речи, к такому большому обществу, я очень сильно скажу, что прекрасный возраст у Артура. Все есть, дети выросли, только жить и наслаждаться. Много здоровья, много веселья, много всего хорошего. Шанатова. Моя стала вам, ешь бока. Ешь или кошевит кофе? Покажи, понимаешь? Паркетор, паркетор, бракошар, так ну, мань, ну, шо за цим? Якщо в батор не ходим шилану, роцим на ті прахане Артур, не ходим. А хата-хата, кулям би яка, де яка? Би яка, де яка, ша кулям би яка. Ну, ні, 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 הגעת בשעה טובה, לגיל שמיני, ומתנה גדולה קיבלת, אותם הנכדים. ערב זה הוא הזדמנות מצוינת עבורנו, נכדיך, להודות לך, להעריך אותך ולכבד אותך. עלית לארץ והצלחת להשתלב יפה ולעבוד, אתה השראה ורצון לשאוף קדימה ולהצליח. מאחלים לך שהשנים הבאות ילוו בבריאות טובה, ברגעים מאושרים לכיתה של קבולה וברגעי נחת מאיתנו הנכדים. המון אהבה, חיבוקים ונשיקות הנכדים. אתה יודע שאני לא קוראת, אני רק מדברת. Наташа, иди мамочка, приведи. А кто будет фотографировать? Наташа, приведи вначале. Ира, не тянется, иди сюда. Дорогой Артур, мы празднуем твое 80-летие. И самый большой подарок, который ты получаешь, это твои внуки. Этот вечер, это хороший момент для нас, твоих внуков, отблагодарить тебя за то, и выразить тебе уважение. Ты приехал в эту страну, и ты сумел в этой стране очень хорошо устроиться и работать. С мотивацией продвигаться дальше и успешно жить. Мы тебе желаем, чтобы последующие года ты был здоров, чтобы был счастлив со своей дорогой женой бабулей. И, да, и имел счастье от своих внуков. Мы желаем тебе много любви, мы тебя обнимаем и целуем, твои внуки. Вдыхаем. А где этот микрофон? Это куда и что нужно сделать? Сказать. Артур, как я могу уже говорить? Я хочу тебя... Понял. Артур, я тебя поздравляю. Я хочу тебе сказать здоровья, многих лет жизни. И хотел бы уже почти с тобой ровесники. И почти, да. Ты уже сказал, что ты такой, как и я. Но мы почти с тобой ровесники. Я хочу, чтобы на мой день рождения, чтобы ты выступил и сказал мне, тоже пожелал здоровья. А это будет еще несколько лет, потому что каждый век проживает наше хорошее настроение и жизнь. Будь здоров, будь здоров. И люби свою жену, которая очень заботится о тебе. У тебя много внуков, которые пришли тебя поздравить. Еще раз, будь здоров. От всего сердца. עכשיו אני רוצה לבקש מחברה שלי, שאנחנו ביחד 50 שנה. זה חברה שלי, הכי טובה, זה נשמה שלי, זה סימה.
אנחנו חברים עוד משם, ביחד הגענו לכאן. בגללם אנחנו פה, בפתח תקווה, אנחנו גרנו ברמת גן, אבל היא אמרה לא, 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 בואי בפתח תקווה, עזרה לי עם הדירה. מה שהיה לה כסף, נתנה לי ביד כסף שאני לא אקח הלוואה, נתנה לי עד השקל האחרון מה שהיה בחשבון שלה. זה חברים אמיתיים שלי. אז בגלל זה, מילה ראשונה, סימה. Всегда безусловно, Симочка, судьба мне стремится к битве, и радости, и удивления, чудесного, что нам пройдет. Легко, красиво живой, и делится вместе прошло, а счастье, как яркое солнце, согреет свои жизни. Спасибо! Браво! היא אמרה לך, מאוד טובה, שיהיה תמיד שמח בנשמה שלה, שיהיה תמיד שמחות, שיהיה תמיד תמיד יהיה מאושר. מאמא, מאמא, ничего не слышно, надо там музыку выключить, пусть Дима скажет, что мама. Ладно, что будет, то будет, все. Ты мне говоришь, что один раз, когда ты что-то хочешь сказать. А там это умрет для них, это музыка. ואני פה על יד המיקרופון, חברות שלנו, ריטה וטניה, רוצים להגיד מילה. ברכה לאתו, גם אליסה ביחד עם כולם. אליסה, בראבו! זה הכי קטנה במשפחה שלנו. זה בת שלי, אחות של הכול. עכשיו ריטה אומרת, עכשיו אני רוצה להגיד כמה מילים על ריטה, על כל החברים אני אומרת מילה. פה אנשים מאוד מאוד קרבים, אז זהו. חזרתי הביתה שאנחנו גרנו ברחוב הס, פתאום ראיתי בקומה ראשונה מישהו יושבת איזה מכסקינה, סקינה, יושבת ככה, אני אמרתי, אוי, מי זאתי? שכינה חדשה, בואי בואי בואי. פתאום ראיתי שאישה צעירה, וחמודה, ויפה, ואמרתי למה את יושבת, בואו לעבוד, לקחתי אותה, ומאז אנחנו ביחד. כמה שנים? 17 שנים. ושם אני קניתי דירה חדשה, היא הייתה ראשונה, היא וקלניצקי. אמרו לי, איזה כיף שאת קנית דירה, אתם הייתם אצלי בדירה חדשה. זהו. אם את צריכה כסף, אם את צריכה עזרה, אנחנו עוזרים לה, כולם, זה חברים באמת אמיתיים. ריטה אומרת מילה. חמושים, שלום. здоровья. Радость от детей и внуков. Что вместе с Эллой и Новой мы прожили в такой же любви. Добре. Мамы очень много помогли. Наши первые шаги были в Израиле с вами. Мы любим вас никогда. Мы всегда будем любить. И сухари такой, что нахну сыну пишула. עזרנו לה, שהיא שבוי עד המאה-20 ביחד איתי כל הזמן, שיהיה לנו הרבה הרבה שמח, שמחות, ושיהיה הרבה הרבה בריאות. כן, אני עשיתי ככה. ועכשיו עוד מילה אחת. אני יודעת. רוצה להגיד משהו, רובין בחבצלת ואסתר אמרת, אבל אני רוצה להגיד משהו. אנחנו באנו לארץ, וקודם כל, מרווין לקח אותי ביד, והעביר לי בנק, ומראה לה פותחים קופת גמל. אני לא יודעת כלום, לא קופת גמל. מה זה קופת גמל? מה זה כסף? הוא שם כסף ראשונים במקומי, ואמר, יהיה לך עכשיו קופת גמל. מי הדקה הראשונה שאנחנו גם בארץ? זוכר? לא. אני זוכרת. הייתה חתונה שמצביעת. לא ידענו כלום, היה פה גוש, אנחנו התרגשנו, חננה ראשונה, פתאום מוזיקה, וחבצלת, מרווין, בת שלהם שירה, ואריה חבר שלה, לקחו לנו ביד ואמרנו, אלה, בואי, עכשיו רוקים, 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 לקחו לנו, רוקים, אבל אני אמרתי, אבל אני אומרת מה שיש.
Соня Зікарону Браха, Іма Шила. Іма Шила – це ахот шіля аби шілі. Везе анашим ахи кровим бішвілі. А те гем кібально там. Гем натну лану ахи. Шуаєм ло натну лану невезе шекель ахат. Анаху яшану аля роші ля Соня, Соня шіша іш. Ло ядану е, їм із кіна сам налісе. Е, тератрала. Питом шанахну алахну лезерам. Це гая кольках наїв, це гая кольках його. Це нахну хозри, зокрим, а до зомаха їм шилану. А це анашим, що бамет кровим, кровим, кровим рейну. Стоп, я говорю по-русски, хто не понял. Моя сестра, по папі, з мужем. Это мой брат по мамі, з моїм родином. Когда мы приехали в Израиль, и Марвин взял меня за руку, только приехала в Израиль, не знаю ни слова, ничего. Куда жить свои деньги? А прям на пенсионный фонд и сказал, вот сейчас у тебя пенсионный фонд. И ты будешь как хочешь. Когда 50 шекелей, когда 100, когда 200, ты получишь. Благодаря ему я буду получить. Эстер и Рубин, их мама, сестра моего родного папы. Они нас встретили, они нас встречают. Они нам все делали, они нам во всем помогали, не давали потратить шеки. Мы сидели на их голове две недели, они нам помогли. В один прекрасный день я принес огромный картон рыбы, салаты, консервы, все. Это вам, кушайте. Это было настолько трогательно, настолько хорошо. Это настоящие родственники. Топ, ас, приют, Марвин, Хавацели, Эстер, В. Рубен. В. Эстер, анахну, они В. Эстер, это шим шеля, ставта шелану. Ас, анахну, В. Яхат, ан Эстер, В. Ли Эстер. Анахну, В. Яхат, Эстер. Эстер, Давай. Так, кто еще со мной лакаем? Дорогие друзья, сегодня мне еще раз хочу убедиться, что наша жизнь... Ничего не слышно. Ничего не слышно. Ничего не слышно. Говорите в дырочку в микрофон. Вот так. Дорогие друзья, мне сегодня пришлось еще раз убедиться в том, что наша жизнь складывается вовсе не из прожитых лет, а из тех встреч, которые нам дарит жизнь. Сегодня я оказалась в компании людей, которых я никогда не знала. И очень рада, что теперь я знаю вас. И что вы знаете новых родных Артура. Так жизнь сложилась, что в этом году, в юбилейном году для Артура, этот год оказался еще подарком, потому что он нашел своего брата. И я хочу поздравить Артура с этим, с его юбилеем, с той радостью, которую ему принес этот год. Я хочу пожелать ему здоровья и радости от тех чудесных детей, которые у него есть. И пусть ваша жизнь будет долгой и непременно до 120. Спасибо. Он на своих ногах и головой. Дон Шеф. Лучше вы, что там и Романия, мать и Кэн. Как вы это вер? Как вы, Романия? Кэн. Так вот это. И можно я продолжу?
сожалению, я ничего не знала о семье моего папы. Много лет занималась поисками папиного папы. Но в этом году мне позвонили еще в Россию и рассказали вот эту историю. Я вам очень благодарна за то, что вы дали нам возможность иметь родственников. Спасибо вам огромное. И будьте счастливы. Спасибо. Снег, Табир, пожалуйста.
вся в луче ночного света. Так само случилось вдруг, что слова сорвались с губ. Закружила голову в его. Ох, какая женщина, какая правая женщина. Возьми его. Мне не в такую. Женщина, помню, чую я под собой, между небом и землей, как мы с ним с тобой танцуем. Она ждет, так мает, и меня удивляет. Ах, как сладко в нем дарую я. Близки наши тела и безумные слова. Без стыда тебе шепчу я. Ах, какая женщина, какая женщина, мне в такую. Ах, какая женщина, какая женщина, Я знаю, он тебя давно ласкает, и тебя давно я